Приветствую всех. Сегодня необычный анбоксинг. Кубик 6x6 от фирмы Mafange. Как вы видите, это не посылка. На прошлых выходных я ездил на чемпионат Европы, который проводился в Белгороде по сборке на количество ходов. Он проводился не только в Белгороде, в России, в трех городах, в Москве и Челябинске. А там я приобрел этот кубик. Поскольку планировал проходить квалификацию на чемпионат в Мадриде, европейский, и по кубу 6x6 мне там оставалось немного, ну, как вариант, поменять кубик, чтобы было интересней. Так, в коробочке мы видим инструкцию, достаточно подробную. Как обычно бесполезная. И сам кубик, он запакован. За неделю так не нашел времени его рассмотреть, распаковать как следует, покрутить. Ну, анбоксинг этот выйдет наверняка тоже не в ближайшие дни. Ну, первое, что можно сравнить, это версии просто вуха. 6x6 вуха мне очень нравится. Не так часто собираю большие кубы. Ну, на этом, ну, сборок 300, наверное, есть. И по сравнению с другими, то есть кубики мы отмою, виши, ауши, мне этот понравился больше. А, и, то есть, все основные сборки на чемпионатах сделаны именно им. Хотя он требует достаточно много смазки. Тут можно обратить внимание, хотя это заметно мало. Ну, версия вторая на 1 мм поменьше. То есть это 68 мм, а это 67. Я решил переходить на цветной пластик, особенно в больших кубах, поскольку на 5x5 у меня наклейки уже начали портиться. Ну, 6, на 6 еще держится, потому что мало собираю. Ну, постепенно перехожу на цветной пластик. Вот, взял именно вторую версию буха. Почему-то были у людей нарекания к первой версии, что детальки ломаются, что-то такое. У меня проблем не было, да? Но то, что здесь что-то укрепили, конечно, тоже будет хорошо. То есть более прочный пластик, немножко измененная конструкция элементов. Посмотрим, в чем суть-то. Ну, визуально мало заметна разница. Ну, внешне не отличается. Но тяжело сравнивать кубик в черном пластике и цветной. Давайте покручение. Оценивать большие кубы из коробки не самое разумное занятие. Особенно четные, но все же крайние свои. Еще и туалат. Видел я какой-то тест сравнения этих кубов, и вроде как вторая версия должна быть побыстрее. Ну, вроде этого, соответственно, и купил. Его кубик смазан, но поскольку он у нас абсолютно новый, с коробки туговат. Нужно притирать. Теперь крутится приятно и достаточно мягко. Ну, если вспоминать первую версию крутения с коробки, было примерно таким. Сейчас же оно очень-очень приятное. То есть, ну, примерно 100 сборок стоит сделать на подобном кубике, и можно уже судить о нем. Цвета приятные, различимые. Ну, поскольку это топовая шестерка, качество сборки вполне хорошее, должно быть, надеюсь. Ну, в любом случае, притирать. Попробуем перемешать. Туговато, конечно, хотя не так и плохо.
Мое время по шестерке приближается к 4 минутам. Пока что сверху, а должно быть снизу. Да? Ну, для участия в европейских чемпионатах, чемпионате мира. И в принципе в крупных чемпионатах, на которых есть ограничения, обычно на шестерку в районе 4 минуты ставят. То есть ближайший чемпионат, который я планирую посетить, который уже открыт, завтра у меня будет открываться регистрация, организует команда страхов с лимитом на 400 человек, там как раз 4 минуты готов. Надеюсь, этот кубик мне поможет. Вполне приятно, несмотря на то, что он абсолютно новый. Комфортно. И в принципе, проблемы, наверное, были только с кубом Аоши, которому я долго не мог привыкнуть, кубик отмою. Мне приходилось расслаблять. И тогда он у меня попнул очень серьезно. Пришлось обратно затянуть, и тогда стало все хорошо. Здесь очень-очень даже неплохо. Мне нравится. Надо пособирать. Но, естественно, на камеру это сейчас делать не буду. Это будет скучно. И через камеру смотреть, ну, как собираются большие кубы, наверное, не будет интересно. Хорошая вещь. Не хотел покупать, поскольку большие кубы кручу редко. И скоро должна будет выйти еще одна шестерка, ну, уже от бренда X-Men. Сам бренда Чии Мафанги. Шестерка Shadow X-Men. Ее тоже куплю. Не очень дешевые, но пусть будет. И то, и другое. Топовые шестерки не повредят, это точно. На этом все. Шестерку рекомендую. Хотя это, опять же, впечатление исключительно из коробки. Всем пока, всем удачи.